Хай, Джейс, это сервер Diamond Roleplay, вторая серия. Погнали! Как-то это неправильно, что я без прав, так что сегодняшней моей миссией, ну, может быть, не сегодняшней, а на ближайшее время будет получение водительских прав. Что ж, когда я доберусь до автошколы, тогда я уже продолжу. Я так понимаю, что мне придется бежать туда пешком, потому что вот даже автобусники не останавливаются. В общем, я вернусь через мгновение. В общем, вот, я нашел таксиста, и мы сейчас отправляемся в автошколу. Автошкола. Так, что ж, 40 долларов за километр — это довольно-таки много пока что для меня, но все же у меня другого выбора нет, так что придется ехать за 40 баксов. В принципе, я не знаю, какой тут еще километраж, но вот 8 баксов уже снялось. Так, ну я думаю, где-то за баксов 100 я доеду до автошколы, может быть даже больше, за 150, за 200. Это, в принципе, так себе более-менее нормально. Что ж, вот я уже подъезжаю к автошколе, и вот, как я и говорил, 120 баксов. Хорошо, спасибо. Спасибо таксисту за то, что содрал с меня 120 баксов. Оу. Оу-оу-оу. Вот это интерьер. Так, давайте посмотрим, что тут есть, как тут что делать. Так, это туалет, да. Ну, туалет нам не нужен. Нам нужно вот это вот место. Что тут делать? Давай поздороваемся с всеми. А, вот, я понял как. Выберите вид транспорта, на который хотите получить лицензию. Наземный. Транспорт, школа вождения. Добро пожаловать в автошколу. Чтобы сдать на права, вам нужно выполнить следующие действия. Прочитайте и запомните ПДД. Сдайте тест на ПДД, сдайте практический экзамен инструктору. Далее. Сейчас вам будет предложено пройти тест, чтобы... Всего на 5 вопросов правильно ответить. В каком случае разрешен обгон впереди движущего ТС? В случае отсутствия очевидной угрозы любого столкновения, в случае передвижения за городом, в случае отсутствия... Что такое ПДД? Дорожно-транспортное происшествие. Дорожно-транспортное предприятие. Блять. Что следует делать водителю при проезде на перекрестках? Снизить скорость и проехать при отсутствии помех. Увеличить скорость, проехать. Остановиться перед перекрестком. К сожалению, вы ответили неверно, тест провален. А что нужно сделать? Снизить скорость? Давай попробуем еще раз. Есть, я угадал. Разрешен ли разворот? Нет. Не выходите из автошколы. Да, все. Инструктор Роб. Так, да, вот мой инструктор. Добрый день. Так, мне нужно ему. Будьте добры, ваши документы. Пас, да. 356. Ой. 356. Так. Вот, смотрим. Пойдемте, пожалуйста, со мной на площадку для сдачи экзамена. Так, отойдите, дайте папке пройти. Так, площадка. Вот, так, где мой? Вот он, Роб. Давай,
Сейчас сдадим, короче, на экзамен. Экзамен, точнее. Предъявите медкарту. Капец. Так, пристегните ремень безопасности и включите фары. Затем можете завести двигатель. Хорошо. Пристегнул ремень безопасности. Заводим машину. Проехать аккуратно вокруг конуса в змейку и после поставить ТС на место. Хорошо. Проезжаем змейкой. Так. Так. Давай, давай, давай. Аккуратненько сейчас все сделаем. И получим водительские права. Кстати, довольно-таки удобная система, не такая вот, как что приходишь, сам себе сдаешь. Все, достал папку с лицензиями. Все, сейчас мне будет давать. Взял удостоверение. Что ж, в общем, вот так вот я сдал на права. Проверим теперь лицензии, лиц. Игрока 298. 298. Лицензии, водительские права есть. Все, отлично. У меня есть водительские права. Ну что ж, ребят, на этом, я думаю, можно закончить эту серию. Теперь я бомж с правами. В следующей серии я отправлюсь за покупкой новой одежды. А возможно, даже будет серия по работе второго левела. Вот у меня скоро будет второй левел сейчас. Кстати, надо глянуть, сколько мне еще... 2 часа надо отыграть, и я буду работать уже таксистом. В общем, на этом все. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И адиос, амигос!